Всех приветствую, мои дорогие. Продолжаю снимать видео про все свои тени. Это у нас уже четвертая часть. И дошли мы, наконец, до трех контейнеров. Но прежде чем показать, что у меня там хранится, давайте быстренько покажу два набора от Пупа. Потому что здесь тоже есть тени. Они у меня отдельно лежат. Первый набор в виде короны. Так называется. Здесь идет зеркало. И вот такие тени. Вот это все блески для губ. И тени здесь вот. Такой оттеночек. И здесь так открывается этот наборчик. Здесь тоже еще одно зеркало. И вот здесь уже, как вы видите, побольше теней. Здесь тоже у нас идут два блеска и вот четверо теней. Но я вам сейчас именно тени покажу, потому что видео все-таки о тенях. Так, давайте я сейчас сделаю сводчи. Хорошие тени, но я ими не часто пользуюсь, потому что мне немножко жалко сразу тратить такую красоту. Не знаю, как вам показать поудобнее. Вот. Такие оттенки. И давайте быстренько посмотрим второй набор, какие здесь тени. У нас вот такой тоже симпатичный второй наборчик. Здесь уже одно отделение. С этой стороны зеркало, блеск для губ, бальзам и 4 оттеночка теней. Давайте сейчас сделаю сводч. Красивое такое оформление у этих наборов и хорошие тени. Вот здесь выше сделаю сводчи. Вот такие вот оттенки. И теперь уже давайте посмотрим, что же у меня хранится в одном из трех контейнеров. Так, сейчас я вытру пальцы и сводчи. Открываем. И смотрим. Здесь у меня не так уже много палеток по сравнению с большим контейнером. Давайте покажу, что у меня здесь есть. Тени от Makeup Revolution из лимитированной серии. Откроем с вами. Эта палетка мне понравилась. И здесь, кроме теней, еще есть база под тени. И два оттеночка для бровей и хайлайтер. Давайте сделаем сводчи. Такой оттенок, как хамелеон немножко. На базе они смотрятся более яркими, более насыщенными. Давайте я вам покажу и также тени для бровей, ну и заодно и хайлайтер.
Мне кажется, такую палетку как раз удобно с собой взять в дорогу. Единственное, что здесь нету зеркала в палетке. Вот такие оттеночки. И вот сзади не показала. В этой коллекции вышло 12 палеток. И каждая палетка посвящена одному из знаков зодиака. Следующая палетка идет от Catrice. Я вам ее уже показывала. Давайте сейчас просто сводчи не буду делать. Просто покажу вот так оттеночки. Так, следующая палетка идет от Эвелин. Тоже я вам ее уже показывала, поэтому не буду сейчас тратить время на сводчи. Мне кажется, и так видео затянутыми получается. Здесь такие оттенки. Следующая палетка от Essence. Так, давайте сделаем сводч. Такие оттенки. Следующий у нас идет тоже палеточка от Essence. Эта палетка мне нравится. Давайте покажу. Такие оттенки. Я ей довольна. Такие здесь оттенки. Также у меня здесь лежит палетка от Gauche, которая мне не очень нравится по качеству. Сводчи я на нее не буду делать. Вот такие здесь оттенки. Дальше идут две палетки, которые я сама собирала. Я не буду сейчас доставать каждый рефил и показывать именно название и номер оттенка. Я вам сейчас просто сделаю сводчи. Сейчас вытру пальцы. По качеству мне вот эти тени понравились. Кто не знает, они продаются отдельно, как тени однушки в коробочках с крышечкой. И вы можете купить отдельно палетку. Они, палетки есть на 4 рефила, есть на 8 рефилов. И собрать свою собственную. Вот такие оттенки. И мне понравились они по качеству. Они у меня не осыпаются при нанесении на веки. И достаточно тени пигментированные. И вторая тоже подобная же палетка.
только уже в более таком интересном праздничном дизайне. Здесь у меня вот такие оттенки. Давайте сделаем, наверное, сейчас. Я смотрю, так, есть еще место, смотрю, где сводчи сделать. Такие вот оттенки. Давайте вот здесь, наверное, сделаем. Такие вот. Какие-то они неяркие у меня получились. Так. Давайте я сейчас сотру сводчи с руки. Буду вам дальше показывать. Я извиняюсь, я немножко простыла. И что у меня еще в этом контейнере? Еще здесь две палетки. Вот видите, больше в контейнере ничего нету. Две палетки от Freedom. Не знаю, как правильно ставится ударение. Так, я пока просто положу сюда тени, не так, как они у меня лежат. Первая палетка Magic. Вот так она выглядит. Несколько коробочек здесь. Тоже я не буду делать сводчи, я вам просто покажу оттенки. Вот такая, можно сказать, нюдовая палеточка. И здесь еще палетка с матовыми оттенками. Здесь 32 матовых оттенка. Я сама больше люблю сатиновые или шиммерные тени. Но матовые тени тоже нужны. Так выглядит палетка. Название. Здесь вот такие оттеночки. И давайте я этот контейнер отставлю и попробуем посмотреть с вами еще, что у меня во втором контейнере. И по времени, если успеем, может и до третьего дойдем. Так, сюда поставлю. Беру я второй контейнер. Открываю его. И здесь вот столько у меня разных палеток. Давайте с вами начнем смотреть. Я буду доставать не по порядку. Так, палетка от Флормар. Я о этих палетках очень много была наслышана. И когда увидела в магазине, то сразу же ее купила. Но вот почему-то особо у меня к ней рука не тянется. Даже не знаю почему. Вот так она называется. Здесь достаточно большие рефилы по объему. Оттенки красивые, отличная пигментация. Но вот почему-то рука не тянется. Может, надо как-то на видное место положить. Посмотрите, какие красивые оттенки. Дизайн такой девчачий. Ну вот как-то. Так, следующее, что я беру, это палетка от Vivienne Sabo. Так, в номере 66. Такие здесь 4 оттеночка. Так, сейчас я руку вытру.
такие оттенки. Так, сейчас я вытру пальцы, сотру сводчи. И будем с вами дальше смотреть. Видео, конечно, у меня затянутое получается, как мне кажется, скучное. Но я все-таки надеюсь, что хоть как-то интересно было. Так, дальше что у меня здесь еще есть? Палетка от Catrice из лимитированной серии. Так называется. Хорошая палетка, мне она нравится. Удобное зеркало здесь. И красивые оттенки. Так. Не обращайте внимания на посторонние звуки. У меня малышка балуется. Такие оттеночки. Она балуется, а я начинаю спешить. К тому же вижу, что по времени уже много времени. Следующая палетка от Essence. В номере 01. Такие здесь оттенки. Я видела, у Essence не так давно вышла похожая палеточка. Там, по-моему, только в один оттенок разница. Даже оформлена похоже. Так, дети уже балуются вовсю. Конечно, удобнее снимать, когда никого дома нет. Но не всегда получается. Такие здесь оттенки. Так, дальше. Сейчас эти сотру оттеночки. Следующая палетка от Essence All About Nudes. Я думаю, что многие знают эту палетку. Хорошая палетка. Красивые оттенки. Но опять-таки это чисто мое мнение, потому что бывает, что одни и те же тени кому-то нравятся, а кому-то не нравятся ни по оттенкам, ни по качеству. Такие вот оттенки. Так, следующая тоже от Essence палетка из лимитированной серии. Такие оттенки. Дальше у меня идут две палетки от Maybelline. Я на них не буду сводчи делать. Я думаю, все знают эти палетки. Такая палетка. Это у нас The Nudes. И еще вот такая палеточка. Вот. К этой палетке у меня чаще рука тянется, чем к первой палетке. Такие оттеночки. Следующая палетка мне очень нравится. Это палетка от Буржуа. Причем мне нравится и дизайн, и оттенки, и качество теней.
Единственное, что они не бюджетные. Я извиняюсь очень за звуки. А с малышкой, если что-то теперь не по ее, начинает кричать, если ей что-то не дают, например. Так, вот такие оттенки. Давайте быстро я сделаю свотчи. Наверное, на другой руке. Так, следующий. Этой палеткой я довольна. Смотрите, какие красивые оттенки. И очень такая приятная упаковка. Вот про следующую палетку я этого не могу сказать. Это вот такая марка. И мне эти тени не понравились. Так выглядит. У меня они ужасно просто при нанесении, да, и при наборе крошатся, осыпаются. Мне не нравится, как они себя ведут. Я недовольна. Можно, конечно, тоже макияж сделать, но рука к этой палетке не тянется. Такие они какие-то меловые. Вот такие оттенки. Сами оттенки-то неплохие. Но вот качество мне у этой палетки не понравилось. Хотя так хорошо оформлено. Вот так. Информация. Так, дальше идет у меня здесь палетка от Gouache. Я извиняюсь, маленькая техническая неприятность. Когда начинаешь спешить, все начинает из рук валиться. Вот такая палеточка. Тоже я не буду делать сводчи. Вот так выглядят оттенки. Красивые оттенки, но качеством я осталась недовольна. Так, еще у меня здесь палетки от Catrice. Такие красивые. Первая в номере 010. Так выглядят оттенки. И вторая палетка в номере 030. И здесь вот такие тоже красивые оттенки. Так вот смотрится. И у меня заканчивается время на камере, поэтому давайте на этом прервемся. И остальные тени, которые остались в этом контейнере, еще один контейнер, я покажу уже в следующей части. Всем спасибо за внимание и до новых встреч, до нового видео.